3 августа ветерану Великой Отечественной войны, жителю Одинцовского городского округа Вениамину Гаршину исполнилось 95 лет. Вениамин Григорьевич начал воевать под Варшавой, а закончил войну на реке Эльба. Был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени. Встретил победу в составе взвода разведки в звании младшего лейтенанта. Уже в мирное время удостоился ордена за службу Родине в вооруженных силах СССР 3-й степени. В 2009 году после 66 лет государственной службы ушел на заслуженный отдых.